является празднование Всероссийского дня трезвости. И все мы сегодня собрались, чтобы возродить яркие и искренние, исконно трезвые традиции нашей Родины. Ведь Русь испокон веков была одной из самых трезвых стран мира. Сегодня будет весело. Всех участников ждет массу подарков и сюрпризов от партнеров мероприятий. Но организаторами сегодняшнего мероприятия является Саратовское общество трезвости и здоровья вместе с городским движением «Саратов молодой», а также общество «Газпром Трансгаз Саратов» лично при поддержке генерального директора и депутата Саратовской областной думы Леонида Николаевича Чернощекова. А сейчас на эту сцену я с огромным удовольствием приглашаю председателя Саратовского общества трезвости и здоровья Наталью Александровну Королькову. Встречайте! Все со мной, что же вы не поднялись, вся команда, пожалуйста, со мной сюда поднимайтесь, потому что ключевую фразу, которую я хочу сказать, спрашивает, в чем сила, брат? Я скажу, в команде сила, только команда может сделать все, что получится принести в свою любимую страну, Россию, добро. Добро несем, хотим, чтобы жили вы счастливо, молодые. Мы пригласили всех молодых на эту площадь. Я думаю, сейчас чуть-чуть будет темнеть, солнышко будет заходить, и на танцы все сюда к нам стянутся. И вот эти обычаи, трезвые обычаи трезвого праздника мы с вами будем возрождать. И посмотрите, какая команда пришла сегодня поприветствовать вас, участников праздника. Я хочу представить всех по порядку. Итак, со мной рядом коллега, друг, соратник, человек, с которым мы идем по жизни уже больше 30 лет. Это Александр Соломонович Ландо, и сейчас председатель общественной палаты Саратовской области. Некоторые про него говорят серый кардинал. Ну ладно, пусть так и будет. А еще я хотела бы...